Всем привет, друзья! С вами снова я, старый добрый Макс. Сегодня у меня достаточно необычное видео. Если вы следите за моим каналом, то это не будет для вас большой новостью. А если вы случайно зашли на мой канал, то, возможно, вы удивитесь от того, что я вам сейчас расскажу. Восемьдесят дней назад я решил выкладывать видосы каждый день на свой канал. 180 дней – это полгода. И вот все эти полгода я, упорно трудясь, выкладывал видео каждый день. Каждый день, без праздников и выходных, без отдыха и отговорок, без устали и оправданий. Если честно, ребята, блин, я сам в шоке. Да, по большому счету, я хотел выкладывать видосы каждый день, когда у меня были каникулы. Короче говоря, для тех, кто не в курсе, я, живя в Гоа, учусь в двух школах. В индийской, в которую я хожу каждый день, кроме воскресенья, и в русской школе, в которой я учусь по скайпу каждый день с 4 дня до 8 вечера. И вот в этом графике, когда у меня в индийской школе начались каникулы и полдня с утра стали свободными, я и решил выкладывать видосы каждый день. Так прошли апрель, май. И с июня в индийской школе начался новый учебный год. Блин, зато в русской школе начались каникулы. И как вы уже, наверное, догадались, теперь у меня вторая половина дня была свободна, что продолжило давать мне возможность выкладывать видосы каждый день. Так прошли июнь, июль, август, начался сентябрь. И теперь в русской школе начался новый учебный год. Свободного времени у меня, короче, не осталось. Но почти не осталось. Потому что в сентябре одну неделю в индийской школе были каникулы. Но я себе так точно сказал, что полгода надо закрыть без пробелов. И, стиснув зубы, продолжал снимать видосы каждый день, выискивая каждую свободную минутку. Вот так я и продержался сентябрь. А теперь, друзья, посмотрите на календарь. На дворе октябрь. Каникул в обозримом будущем не предвидится. И тут для меня возникает серьезный вопрос. Что делать? Либо продолжать снимать видосы каждый день, притом зная, что качество пострадает. Либо менять график и выкладывать одно видео в неделю. Когда я вообще такое делал? Вот такой передо мной встал выбор, ребята. И если вы сейчас спросите меня, а ты сам как бы хотел, то знаете, я вот не раздумывая скажу, я бы хотел каждый день. Ну, вот тебе и ответ, скажете вы. Продолжай снимать видосы каждый день. Если вам не трудно, напишите внизу в комментариях ваше мнение. Мне тут недавно приколол один комментарий. Одна девочка такая спрашивает, а ты в школе вообще учишься, нет? Ага, учусь. И не в одной, а в целых двух. А ты так можешь? А кто так может? Напишите внизу в комментариях название какого-нибудь канала на YouTube или блогера-подростка, который... Ну, хотя бы учился в одной школе и выкладывал видосы каждый день, без праздников и выходных, как я, короче. Я бы с удовольствием смотрел такие каналы, но, к сожалению, я их не знаю. Вот именно это и есть моя мотивация сейчас. На русском YouTube сотни тысяч каналов, и я не знаю ни одного, кто хотя бы дышал бы мне в спину. Не, я не хвалюсь, нет. Я знаю каналы, где детям по 5, по 6 лет, а у них... По 150 тысяч подписчиков. И если мериться подписчиками, то я тут им в спину не дышу. А если мериться daily видео, то тут, как говорится, догоняйте. Подведу итог. Я выкладывал видосы каждый день. И буду продолжать это делать. Почему, спросите вы? Just because I can. По-русски это звучит так. Просто потому что я могу. И ставлю перед собой цель. Продержаться целый год, то есть до 1 апреля 2016 года. Вот это амбициозная цель, вот это я понимаю. И вот тогда я буду по-настоящему крутым. Мы добрались до самого злачного места в Паттайе, которое называется Walking Street. Тут должно быть много леди-боев, куча ресторанов, каких-то дискотек. Надо проверить.